Вторая часть нашего видеоотчета после 5 сеансов с Давидом. Я жаловалась Давиду, что Соня бьется головой об мою руку, когда ложимся спать. Это было, ну, вот так вот. Причем только когда ложимся спать. Сейчас вот уже, наверное, около 2 недель мы этого... Нету этого, прошло. Спасибо, Давид. Также жаловалась, что очень кричит, когда моем руки. Мы моем руки без криков. А что у нас еще? Легла однажды с братом спать, она его отпихивает обычно. Не хочет, чтобы он был на одной территории с ней. То есть, если это одна качеля, он туда залазит, она кричит, возмущается, или горка тоже. То есть, чаще она его отпихивает. В один прекрасный вечер она пошла к нему в кровать, улеглась с ним под одним одеялом. Ему, конечно, бедному было маловато места. Но я попросила его потерпеть. Рисуй на листочке, пожалуйста. И они заснули идеально. То есть такой был у нас контакт с братом еще. Даже у нас появилась игра. Мы были со старшим сыном в ванной. София нас там закрыла, дверь прикрыла. Мы стучим: Соня, открой, пожалуйста. Она смеется, как бы пауза затянулась, мы пробуем открыть дверь, чтобы ее не толкнуть. Она отбежала метров на 5, стоит, хохочет и ждет, что же будет. Мы за ней погнались, надо было убегать. В общем, такая прям игра у нас получилась, ролевая, такого у нас раньше не было. Так, ну как бы, очень много такого... Таких изменений очень приятных. Вот сейчас, например, у нас есть собачка, на которой кнопка на животе. Она, нажав на эту кнопку, слышит музыку. Ну, как будто собачка поет. Она ищет на себе эту кнопку. В общем, сейчас все замечательно. Ждем выздоровления цеплей и двигаемся дальше с Божьей помощью и с помощью Давида. Йосифы, благодарю вас очень.